Синоптики предупреждают, что погода в нашем регионе весь декабрь будет нестабильной. Оттепель сменится похолоданием, а снег будет перемежаться с дождем. Накануне в Муроме был сильный снегопад. Осадки не прекратились и сегодня. Практически весь день шел мокрый снег, а местами и дождь. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Муром продолжают очищать от снега. Улицы города привели в порядок еще вчера с применением машин спецтехники. На помощь им были отправлены тракторы для уборки тротуаров. Сегодня на особом контроле оказались пешеходные зоны, подходы к остановкам, тротуарам, объектам социальной сферы и парковкам. Несмотря на то, что снег тает и становится очень тяжелым, времени на отдых у работников коммунальных служб практически нет. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта уже сегодня вечером столбики термометров пойдут вниз. Ночью прогнозируется существенное похолодание. Самым холодным днем на этой неделе станет четверг, 9 декабря. Синоптики сообщают минус 8-10 градусов мороза днем и до 13 ночью. Во избежание образования наледи работники предприятия благоустройства, разбившись на бригады, в течение дня старались очистить весь город. Работаем с 8 часов до 5 вечера. У нас 39 сотрудников сейчас находятся на маршруте, все распределены по разным улицам. Идет упор на остановки, на пешеходные переходы, там, где недоступна техника, спецтехника, где нет возможности чистить. Завтра передают похолодание, мороз. Нам нужно успеть вычистить все остановки, чтобы это не заледенело и было беспрепятственно. Транспорт подходил к остановке, люди садились на остановку, было комфортно и удобно.